Вы доктор Шенкер. Кто вы такая? Познакомимся позже. Сначала нужно выбраться отсюда. Они отправили женщину освободить меня? Боже мой! Вы можете предъявить формальную жалобу, как только мы коснемся территории Запада. А пока мы можем идти... Это не было частью соглашения. Это ее! Я на минутку, доктор. Как я говорила, нам нужно идти. Похоже, у меня нет выбора. Один момент, моя жена. Классная девочка.
Во время полета в Лондон попытайтесь как можно больше узнать о Шенкере и его исследования. Шенкер крайне осторожный человек, так что не рекомендуется задавать прямые вопросы. Известно, что он не терпит скептицизма. Старайтесь вести себя открыто. Говорит капитан, мы достигли основной высоты 24 тысячи футов и скоро покинем воздушное пространство Германии. Можете расстегнуть ремни и курить, а также свободно передвигаться по салону. Мы прибываем в Лондон примерно в 6:15 по местному времени. Погода ясная, температура 25 градусов. Думаю, вам понравится замечательный легкий полет. Что с вашей женой? Она приедет к вам в Англию? Она умерла 2 года назад. Извините, надо мне привыкать говорить по-английски. Моя жена 2 года назад умерла. Мои соболезнования, доктор. Я не знала о ее кончине. У нас нет данных. Это не выносилось на публику. Во время эксперимента в лаборатории произошел несчастный случай. Она погибла. Вы знаете, чем я занимаюсь? Наверное, чем-то потрясающим. Вполне. Я глава исследовательской команды по разработке биологической взрывчатки. Биологической взрывчатки? Звучит как-то странно. Может быть, но она реальна и очень опасна. Представьте себе химический реагент, не поддающийся обнаружению, который впрыскивается в живое существо. Реагент вызывает в организме реакцию, которая приводит к детонации органического материала. Другими словами, радиус действия взрыва зависит от количества катализаторов в реагенте и отсутствия населения. В городе таких существ может быть десятки тысяч. Скорость реакции контролируется изменением химического состава реагента. Человек – часовая бомба. Именно так. Как же это возможно? Да, я потратил много лет, чтобы ответить на этот вопрос. Пожалуй, вам надо прочитать статью, что я написал. Конечно, в ней самые основы, но так вы сможете перейти к более сложным вопросам. Это большая честь. Да ладно, я думаю, что пытливость ума и воображения надо вознаграждать. Вы были бы прекрасным учеником. Кстати, я так и не поблагодарил вас. Простите, что сомневался в вашей компетенции. Я не обиделась. Мы на месте. Ты знаешь, что делать, сынок? Да, сэр. Начать процедуру посадки и заглушить все передачи. Держитесь, ребятки, мы идем. Что это? Я не уверена. Оставайся, я пойду выясню. Не открывай эту дверь. I know you're there. Look, I know you're there. Do us all a favor and come out, won't you? Come out for pleading sake. Come out over there. Hello.
Вот и тихий, хороший полет. Спи спокойно, родная. Ты не хочешь убить ее? А если она проснется? Теперь послушай ты. Я не собираюсь убивать человека из моей страны без особой на то причины. Если она проснется, то пусть пеняет на себя. Если умрет, значит она не шотландка. Так что мне будет все равно. Теперь вали к этому доктору и смотри все. Бери все необходимое. Бумаги, файлы, виски, короче, все. Да, сэр. Что-то не так. Ладно, пойдем. Но кое-кто из наших людей еще на борту. Ты чего хнычешь, как сопливая девчонка? Они знали, на что идут, ведь так? Да, это неожиданно. Убедись, что она не приземлится. Что-то не так.
Пожалуйста, будь осторожен. Поосторожнее. Поздравляем! Вы опять провалились! Хотя в этом случае обстоятельства, конечно, были экстраординарными, не ожидайте сочувствия от командования. Единство не может позволить себе поражений, ни при каких условиях. Я впечатлен, агент Арчер. Я предлагаю, что использовать вас в оперативных операциях нельзя, но и представить не мог, что это приведет к катастрофе. Вы умудрились провалить две очень ответственные и важные миссии. Потрудитесь объяснить. Если вы соберетесь и будете говорить спокойным тоном, я постараюсь объяснить так, чтобы вы поняли, как именно мы попали в этот тупик, сэр. Ваша некомпетенция подчеркивается нахальством. Если вам не нравятся мои манеры, то, думаю, вы найдете более подходящую работу для вашей тонкой натуры. Садоводство, например. Или, может, материнство, а? Так мы ни к чему не придем. И она тоже. Я собираюсь подать документы на ее увольнение. Вы ничего такого не сделаете. Даже если бы могли разбрасываться оперативниками. А мы не можем. Есть еще другие вопросы. Ни один агент единства не был уволен без формального, основательного запроса. Кроме того, хоть я и высказываю озабоченность по поводу результатов, я не уверен, что агента Арчера надо во всем обвинять. Поэтому наш план остается прежним. Спасибо, сэр. Пока что не надо благодарности. Вполне возможно, все еще изменится в худшую сторону. Я не вижу причин для этого. Вы видели противника? Да, видела. И узнали его? Сержант Магнус Армстронг. Родился в Глазго, Шотландия, 1925 год. Часто попадает в неприятности из-за склонности к дракам. В целом у него хороший характер, симпатичный. Не нападал ни на кого, разве что дрался с пьяными ребятами в барах. Его выгнали из нескольких школ, пока родители не засунули его в военную академию. Во время войны был сапером во Франции и Германии, занимался всем, от демонтажа мин до саботажа и подрывной деятельности. Заслужил определенную репутацию за безрассудное поведение. Известна история, когда он подорвал мост, имея лишь лопату и гранату. Помог ему в этом немецкий товарный состав. Когда он достиг слабой секции моста, все строение развалилось. Жалко, что этот парень подался в криминал. Как мы знаем, это его первая крупная операция. После войны его арестовывали только за драки в общественных местах. Есть идеи, почему он не убил тебя, когда была возможность? Я обязательно поинтересуюсь. Когда такая возможность будет? Должна быть. Уже есть предпосылки. Сегодня утром западногерманские власти обнаружили подозрительные контейнеры с химикалиями на борту финского грузового корабля. К счастью, они решили вначале уведомить нас, прежде чем искать контрабанду, так что мы можем провести расследование. Думаете, эта ниточка ведет к Шенкеру? Может быть. Если так, то найденные контейнеры говорят о том, что похитители не только в курсе работ доктора Шенкера, но и рассчитывают воспользоваться ими. Если мы правы, похитители в Гамбурге или скоро туда приедут. Хороший шпион найдет их. К счастью, мы уже отправили такого. Ты будешь работать с ним. Новый напарник? Скорее, начальник.
Американец Томас Гудман. Возможно, ты слышала про него. Да, но его же вроде убили в Амстердаме. Почти. Он очень изворотливый. Совершил дерзкий побег на украденном мотоцикле с датской полицией на хвосте и агентами КГБ за каждым углом. Потрясающая история. Думаю, он расскажет, если ты попросишь. В любом случае, вы поедете в Германию и постарайтесь что-нибудь раскопать. Во время этого задания ты полностью подчиняешься ему. Слава богу. Ясно, сэр, спасибо. Агент Арчер? Да, сэр. На что это похоже, падать с самолета? Обещаю, что когда-нибудь расскажу. Скажу вам с ней одни неприятности. Возможно, но я еще не уверен. Как же убедить вас? Сколько еще нужно катастроф? Активно используя ее, мы получим только новые провалы. Я уверен. Да, я понимаю. Наша задача — охранять свободу, защищать невиновных, сражающихся со злом, в любом его обличии. Мы не можем позволить ничему помешать этой цели. Девушка одаренная, но совершенно некомпетентная. Я восхищаюсь вашим чувством долга, но сомневаюсь в выводах. Думаю, в подобных обстоятельствах я не смог бы действовать лучше, чем она. Ее доклады превосходны, но я думаю, что было бы неудивительно, если бы оказалось, что она приукрашивает факты. Кровавые столкновения описаны как приключенческий рассказ. Так вы не доверяете ей? И что в этом удивительного? Ради бога, она же была воровкой. Скепсис тут совсем не помешает. Я подумаю над этим. Послушайте, еще не поздно убрать ее с задания. Я читал досье американца. Он вполне способен сам справиться с операцией. Возможно, но у меня странное чувство, что нам как раз не хватает женского участия. Вас не переубедить, если вы так думаете. Именно. Надеюсь, вы понимаете, что действуете по интуиции. Но факты более достойный советчик. Вы можете сами обдумать это высказывание.